Добрий день! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Сьогодні в нашій студії Ольга Козовкова, керівник музично-театральної студії «Жираф». Вітаю вас, пані Ольгу. Здравствуйте. Ви у нас були зовсім недавно, але розповідали про традиційний та нетрадиційний підхід до виховання дітей. Ми торкнулися теми гри, але не встигли її більш так глобально розібрати. От чому важливо дитині дошкільняті і перші роки школи грати? Ну, як вже говорили ми, у дітей дошкільного віку ведуча діяльність – гра. Поэтому очень важно играть именно в этом возрасте. Игра не является только развлечением. Игра является способом познания мира, себя, своего места в мире, вот, и своих сверстников и людей, которые вокруг. А играть також потрібно якось вміти? Ну, игры бывают разные, с правилами, без правил, дидактические, подвижные, спонтанные, режиссерские. Вот. И метод свободной игры, о котором мы говорили в прошлой передаче, когда правил нет, когда дети и взрослые придумывают по ходу. А як ви відноситесь до того, що от сучасні українські школи намагаються якомога більше спростити навчання, якомога більше предметів, скажімо так, об'єднати, прибрати, як вважають політики, зайві, можливо, які не потрібні, там навіть математику вже, множення в ранньому віці не потрібно вчити, так само музику намагаються об'єднати? Но тут несколько как бы, проблем, почему это происходит. Ну, предметы искусства очень тяжело с кадрами, особенно в сельских школах. Вот, поэтому соединяют, чтобы кто-то или художник, или музыкант вел все предметы искусства сразу. Это как бы необходимость такая. Вот, почему упрощают программу постоянно? Ну, причина и проблема в том тоже, что... На детей большое давление оказывается дошкольного возраста, и начинается обучение, именно раннее обучение, то, что детям не свойственно, из-за чего мотивация к учению у них пропадает уже в первом-втором классе. Поэтому тяжело заставить ребенка потом учиться. Точно так же, вот как говорят, нельзя заставить любить, нельзя заставить понять. Вот, можно только вдохновить, чем, к сожалению, наша система образования совсем не занимается. Тим паче, якщо кажете, що не вистачає кадрів, то, можливо, навпаки, потрібно було б більше часу приділити тому ж музичному мистецтву, тому ж малюванню, щоб дитина більше. Діло в тому, що іскусство на сьогоднішній момент – це спасительна ниточка. Не тільки для нашого, как бы, граждан нашої країни, а во всьому світі созріла така необхідність. Вот, і тільки іскусство выводит именно человека на более высокий уровень, делает его креативным, делает его более развитым, более социально активным. Почему? Вот сейчас последние исследования ученых говорят о том, что, вот, например, Роберт и Мэри Бернстайны, они проанализировали за последние 100 лет нобелевских лауреатов в математических, во всяких точных как бы, науках. И оказалось, что все они были не просто почитателями искусства, но и активными исполнителями. Они практически все, начиная и Альберт Эйнштейн, все, всем известный, да, они все были музыкантами. Почему искусство важно? Почему искусство на сегодняшний день решает те проблемы, которые не может дать современная система образования? Всем известно, что у каких-то людей более развито правое полушарие мозга, у других людей левое. И как раз связующим звеном, мостиком, тот мост, который синхронизирует и гармонизирует работу обоих полушарий, это как раз музыка. Почему? Потому что музыка и математика, музыка точной науки. Математика, как застывшая музыка, там те же самые процессы гармонии, те же самая структура, да. Правила. Да, те же, ну как бы да, основа. Дальше музыка и социальный мир. Человек, музыкант, он играет все время в команде, всегда. Он подстраивается, он находит свое место вот в команде, когда он играет. Дальше музыка и развитие мозга. Почему вот это вот связующее звено образуется? У человека, музыканта, левая и правая рука действуют независимо друг от друга, совершенно автономно. Если мы говорим о пианисте,
то он еще и полифонию играет. Полифония – это многоголосие. В этой руке два голоса, две мелодии, и в этой руке две мелодии. Они между собой перетекают. Уровень, да, развитие когда. Но это еще при том, что музыкант смотрит ноты, читает. Музыкант смотрит на дирижера в это же время. То есть он не просто воспроизводит свою мелодию, слушает своих людей, которые играют рядом, находит свое место, но он еще и реагирует. Ведь можно сыграть в нотах соль, фа, ми, ре, до. А дирижер покажет соль, фа, ми, ре, до. И нужно это сыграть, и молниеносно музыкант принимает решение. То есть потом с принятием быстрых решений у музыканта, человек, который обучался музыке, вообще не будет. Тобто ви вважаєте, що більше музичне мистецтво, воно більше розвиває людину? Музикальне іскусство і іскусство в цілому, да, і музикальне в частності, є каталізатором, двигателем всієї умственної діяльності чоловіка. Чи потрібно тоді дитину от в ранньому віці віддавати музичні школи, вчитися там додатково десь? З музикальними школами теж проблема є на сьогодні, тому що от... Перед началом программы вот, люди подошли, работники студии, и спросили, а где же можно научиться? Вот в том-то и проблема, что спрос на быстрое научиться есть, но в музыкальную школу, которая работает также по старинке, в большинстве случаев тоже это проблема. Подросток, который хочет научиться на гитаре играть, ему надо это сейчас, ему не нужно вот, именно быть профессионалом на таком уровне, чтобы играть. Но он не хочет через 8 уроков. Да, да, он хочет сейчас. Вот, и вот этого спроса музыкальная школа как раз и, к сожалению, не дает. Хотя, что значит, когда человек еще, вот музыка древнейшее искусство вообще на Земле и древнейший вид деятельности. То есть человек, который прикасается, он не просто сам творит, он черпает из глубины и совершенно на другом уровне идет его отношение и к жизни, и к себе, и он становится более даже здоровым. О чем говорить, если исследования показывают, что у коровы надой молока увеличивается, если она стоит за зеркальной, ну, за прозрачной стеной и слушает музыку Моцарта, то, конечно же, человек, он, особенно если с детства, он питается этой силой, он питается этой энергией и к чему-то высшему притрагивается. Ви дуже, я знаю, цікавитесь досвідом іноземних країн, як в світі відбувається навчання і взагалі. От чи скрізь так само, як і у нас? Адже ми також тянемося до чогось нового. К сожалению, тенденция, когда искусство идет на последнем месте, на первом месте математика, потом гуманитарные науки, естествознание, и потом уже идет искусство. Музыка, театр, танцы. Практически по всему миру видна эта тенденция. Нигде в обычных школах, которые вот к государственной системе образования относятся, практически нигде не преподают танцы каждый день наравне с математикой. А почему нет? Почему нет? Человек, который танцует, человек, который радуется жизни, который владеет своим телом, который... Почему бы и нет? Почему нет? Вот, насколько это важно. Чи є у вас якісь приклади, може, якісь країни? Хотіли б виділити? Да, ну от смотрите, опять-таки, последние страны, которые лидируют сейчас в образовании, это Сингапур, это Финляндия, это Япония, это Южная Корея. Причем эти страны лидируют сейчас и в экономическом развитии, и в создании новых технологий, и в внедрении их. В этих странах идет... упор на искусство. Идет, дети обязательно занимаются музыкой. Причем музыкальное искусство бесплатно. То есть это все доступно каждому школьнику. И об этом заботятся. Потому что эти страны накапливают человеческий капитал. Это то самое важное, что у нас есть. Это наши дети. У нас же школа финансируется по остаточному принципу. Уже все, что осталось, вот тогда школа. Школу видно издалека, по серому типовому зданию, которое построено без учета красоты, без учета здоровья, сберегающих технологий, без учета комфорта, опять-таки. Вот это то, что происходит сейчас. Однако, если мы будем ждать, когда изменится наша система образования в нашей стране, дело в том, что система образования – это огромный механизм, неповоротливый, гигантский. Даже если вдруг
начнутся какие-то действительно нужные реформы и полезные, то пока это все войдет в оборот и станет, наши дети вырастут и станут сами родителями. Поэтому надо начинать со своей семьи, брать дело в свои руки, вот, и действовать самому. Вы сегодня нам покажете? Да, я покажу. Что вы с собой принесли? Как дома можно развиваться? Да, дома можно развиваться очень активно, очень весело, интересно и очень полезно. Многие спрашивают, какие музыкальные инструменты, ведь если музыкой заниматься, нужен музыкальный инструмент. Музыкальный инструмент нужно выбирать обязательно качественный. Я принесла несколько вариантов, к примеру, вот такой металлофончик, да, не строит который. Вот такой металлофончик, он немножко лучше строит, но все равно строй неправильный. И вот такой металлофончик. Это самый правильный металлофончик. Он более качественный. И по звуку это слышно. Почему важен не вот этот металлофончик, который не строит? Вот как, например, в своих дневниках Грик, Эдвард Грик, великий композитор, говорил, как он стал музыкантом. Он подходил к пианино, нажимал одну клавишу, потом через одну, еще через одну. Нажимал две, они звучали резко. И вот что было бы, если бы он научился играть на китайском пианино? Он бы не стал музыкантом никогда, потому что это очень важно, чтобы инструмент был качественный. Да, и слух. Слух и расположение звуков, звуковысотные представления, они с самого раннего детства закладываются, когда ребенок берет в руки палочку. Потом дудочки. Очень часто купить дудочку какую-нибудь, лишь бы она дудела, это совсем... Ну, не стоит, правда. Вот, послушайте. Красивые купляты, да? Да, лучше не покупать. Вот дудочка, обычная дудочка, на рынке продается сувенирная. Вот ее звук. Вот звук качественной сопилочки, тоже деревянная, да? Да? Совсем другой звук. Качественное дерево. Ну, да, и хочется совсем слухать, хочется слушать, хочется играть, хочется пробовать. Вот. Это что касается инструментов, нужно выбирать качественные, нужно послушать. Цена також кусается, мабуть. Цена кусается. К сожалению, да, все это сейчас стоит недешево. Но что можно сделать дома, если нет возможности приобрести качественные инструменты? Можно сделать их самим. Ну, самые простые инструменты вот из фисташек, нужно замочить их на ночь, и они будут прокалываться легко шилом. Их можно сделать разные-разные. Можно сделать вот такие маракасы. Если вы положите горошек, фасольку, это будет тяжелый звук. Если вы положите рис или пшено, это будет тоненький звук, да? И уже будет, я покажу чуть позже, как можно с ними играть. Потом можно и нужно играть со звуками. Звуки, которые находятся везде вокруг нас. Для чего это нужно? Ребенок не просто будет познавать окружающий мир, он будет придумывать сказки. Вот, например, смотрите, ну что мы можем взять? Стаканчики. Вы можете пройти по квартире и найти все стеклянные звуки, которые есть. Что это даст ребенку? Ну, во-первых, он поймет, что стекло – это хрупкий предмет. Стекло звучит везде по-разному. Свойства стекла. Я на занятия обычно беру молоточек и разбиваю стекло для того, чтобы дети видели, что будет. Или палочка, если ударит, да. Тут же техника безопасности, что если стекло разбилось, нужно обязательно позвать взрослого. Стекло может звучать совершенно по-разному. Стекло, если перевернуть, может звучать тоже по-разному, да. Если в стекло налить водичку, то будет звук совсем другой. Если налить чуть больше водички, то тоже получится разный звук. Если намочить палец, то можно тоже сделать. А у этого будет стаканчика, соответственно, другой звук. А меньше воды? Да. Класс. Если родители как бы имеют музыкальный слух, то можно вообще выстроить и переклеить их скотчем на столик и сделать, не обязательно хрустальные стеколчики, это могут быть всевозможные
даже бутылочки, которые по-разному. Их можно подвесить и играть на них, да? Дальше, что еще? Как можно придумать сказку про эти стаканчики? Не просто же постучать и все. Нужно придумать сказки. Как Андерсен стал сказочником? Он просто смотрел на вещи, которые в его комнате, и придумывал, вот старый шкаф стоит, он придумал про него сказку. Чернильница на столе, и она становится героем его сказки. Точно так же можно придумывать сказки самим. Ну, например, жили-были сосульки. Сейчас можно рассмотреть, какие они, потому что их много, и они тают. Одни сосульки были большие, и звук у них был вот такой. Тёп-тёп, тёп. А маленькие сосульки, они капали быстрее, и звук у них был такой. Лёп-лёп-лёп-лёп-лёп-лёп. Тёп. Тёп-тёп. Лёп-лёп-лёп-лёп-лёп. Тёп. Лёп-тёп. Тёп-тёп. Вы придумываете свою ритмическую импровизацию, которая уже является вашей настоящей песенкой. Дальше можно придумать игры с посудой. Например, тарелочка. По тарелочке можно постучать сверху, тарелочку можно перевернуть и постучать по ней. Можно взять ложки обычные. Если придумать сказку, например, «Непоседливое блюдце». Однажды ночью, когда все уснули, посуда вся заснула, и люди в комнате тоже заснули, блюдца чайные проснулись. Они были непоседливые, очень озорные, и они стали играть на свою песенку. Дин-дилин, дин-дилин, тюн-тюн-тюн, любое. Опять-таки, если вы подключаете артикуляционные какие-то, вы сами придумываете, послушали, на что похоже, да? На что похоже звук кастрюли, звук стола, вот. То это будет вдвойне хорошо, когда речь соединяется уже с движением. Вот, это основа как бы орф-подхода, у него все вместе. Блюдца проснулись и стали играть свои мелодии. Вы с ребенком начинаете сочинять. Он свое, он свое, он свое, вы свое. Вот. И что было дальше? Дальше вся посуда проснулась. И можно придумать сказку с разными вариантами. Что было дальше? Ну, например, одни подключились и ложечки, и тарелочки, и чашечки, и стали играть тихий оркестр. Почему тихий? Чтобы никто не проснулся. И дальше вы начинаете играть. На занятиях я играю на рояле, и это все, конечно, более как бы красиво получается, но вы можете включить музыку в грамзаписи, и вы можете просто без всякой записи играть в этот оркестр. Еще какой может быть вариант? Вариант, что все разбушевались, и тихий оркестр превратился в громкий оркестр, и люди, и соседи проснулись все. Вы играете громкий, опять приемы игры, звук какой выходит, как сыграть громкий звук на стаканчике, чтобы он не разбился. Это все познание мира, это все первейшая физика и восприятие, и отношение к предметам. Вот. Проснулись все люди. Ой, что это было? Они побежали на кухню, но все чашки стояли снова ровненько, и никто не шевелился. Или, например, пришла важная кастрюля. Бром-бром-бром-бром-бром! И она заставила всех успокоиться, и снова воцарилась тишина. Вот такая история. Опять-таки, чтобы продолжить игру, можно изучить все стеклянные вещи в доме или железные вещи. И дальше вы превращаетесь, к примеру, сначала в стеклянную посуду. Это может быть ваза такая, 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 такая. И вот она, если она падает на мягкий ковер, она не разобьется. Вы опять можете уронить что-то и посмотреть, что оно не разобьется. Вы делаете вазу с ребенком и падаете. Угу, не разбилась. Но если стаканчик... Мне самой захотелось. Если ваза упадет, да. С 15 этажа она разобьется на мелкие части. И вот опять вы делаете эту вазу, стекло, это плотный материал, да, сакцентируете внимание ребенка на том, что ручки зажаты, язычок зажат, зубки зажаты, спинка зажата, ножки зажаты, вот. Ребенок концентрируется на своем теле, он проверяет все свои мышцы. И вот эта статуэтка или эта посудка падает и разбивается. И вот через щелчок все, он сбрасывает все напряжение. Не каждый взрослый может это сделать. Если с ребенком так играть, это доставляет массу удовольствия и делает очень хорошие вещи. Потом вы ищете железные предметы. У железной двери входной звук будет серьезный. И история, сказка у нее тоже будет серьезная, потому что это настоящий воин, там страж. То есть, ну, первая ассоциация, которая приходит, вы можете поиграть. Ну, у замка свое, у ключей свой звук. И все они вместе играли. А чего стоит батарея в углу комнаты, которая всегда молчала? И вот однажды
Она заговорила, и вы проводите брррррррр. Что сказала батарея? Целая история. Вот, во-первых, свойства предмета, во-вторых, как вы учитесь дотрагиваться до предмета, с какой силой, какой звук получается, ну и фантазия, конечно. То же самое можно играть потом с деревянными. Вы проходите по своей квартире, ищете деревянные предметы, и у всех у них будет разный звук. А это деревянный, это не деревянный, а это деревянный, это деревянный, а это деревянный, не деревянный. То есть сколько всего вот в таких простых играх уже заложено. Ну, це ж для того, щоб пограти в таку гру, потрібно батькам підготуватися, чи так спонтанно не кожен зможе так от одразу щось придумати. Нужно использовать любую возможность для фантазии и игры. Вот это свободная игра. Ну, конечно же, она не рождается из ничего, человек должен хотеть это делать. Например, та же самая бумага. Сколько всего есть в бумаге? Если бумагу снять, если бумагу резко раскрыть, если бумагу тихонечко разрывать, если бумагой пошуршать, то получится море. Если бумага вот оберточная, или бумага, к примеру, белая, да, если ее сжмакать, какая она будет. То есть это все свойство предмета, это все творчество, это все вот креативность. Вот. И, между прочим, у детей дошкольного возраста, по исследованиям Кена Робинсона, 98% дивергентного мышления – основа творческого, креативного. Да? Когда ребенок видит яичницу, говорит, ой, на зайчика похоже, ой, облако Мишка, ой, а это на то похоже. Да? 98% мышление вот такого творческого у ребенка-дошкольника. К концу начальной школы это 50%, и выпускаясь из школы, человек имеет 10-15%. Потому что все стандартизировано, особенно сейчас вот эти тесты бесконечные, которые уже не надо вообще разговаривать, скоро будет. Уже автоматизация всего этого процесса, к сожалению, это очень примитивно. Вот. А человек привыкает, и постепенно он становится таким, вот как его и делают, одинаковым. А на самом деле, как бы, если вдуматься, итог образования, да, вот все мы с 2 лет начинаем готовить к школе, потом в школе мы готовимся к ЗНО, да, ЗНО – это самое важное, для чего? Для того, чтобы поступить в ВУЗ. Ведь если посмотреть на всю, то есть получается, что смысл образования всего – это растянутый во времени процесс подготовки к университету. Так не проще ли? Правильно, а если не пойдешь в университет, то ты не отримаешь гидную профессию. А если даже и ты получишь этот диплом, ведь сейчас с этим дипломом ты можешь делать все что угодно, потому что ни государство, ни работодатель не гарантируют тебе, что ты вообще кому-то нужен вообще со своим дипломом. Вот это тот парадокс, который вот все мы никак не можем отойти, что раньше, если ты учился, у тебя был диплом, значит, ты был специалистом, ты был нужен. Сейчас твой диплом вообще никому не интересен, важно, что ты умеешь, вот. Важно, как ты это делаешь, важно, как ты умеешь работать в команде, какие качества, способен ли ты учиться дальше всему, потому что если человек останавливается, перестает учиться, особенно если ты педагог, то вообще все очень печально. И хотелось у вас запитати, якою ви бачите людину в майбутньому? Адже у вас навчаються дітки маленькі, вони, як вони змінюються? Уже зараз видно, що одна дитина зовсім відрізняється від іншої. Це покоління буквально от рік-два-три, і вже зовсім інша дитина. Так і є. Потому что пространство вокруг меняется, информации море, всевозможных приборов море, информации и возможностей тоже очень много. Дети меняются. Родители разные, опять-таки. Те, которые играют, те, которые не боятся быть не похожим на кого-то, особенно вот в Николаеве, это как-то актуально, такая проблема со стороны. Вот мы когда переехали сюда, видно было, что люди стараются быть похожим на других, они боятся выделяться. И в одежде как-то вот не принято, и по каким-то взглядам. Вот. А все ж таки, людина майбутнього. Человек будущего, человек, мыслящий нестандартно, человек свободный.
человек, который творит, он уже свободный, потому что творчество невозможно, когда человек зажат. Вот. Человек, обладающий лидерскими качествами, человек, который мыслит нестандартно, креативный, да, когда он в любой профессии видит, почему музыкант еще важен, играя полифонию, многоканальность мышления, то есть он может синтезировать разные потоки информации, одновременно сводить их в одно. Это то, что отличает мышление музыканта от обычного человека. Музыканту легче приспособиться, он более развит в этом плане. Это не значит, что все должны именно заниматься серьезно, вот так вот, только играть. Это единицы становятся действительно исполнителями. Но весь как бы прогрессивный мир сегодня, и Нобелевский лауреат этому подтверждением, активные любители и исполнители музыки и искусства. Дякую, пані Олю, що ви до нас сьогодні прийшли. Бачите, сьогодні ми знову не встигли з вами пограти, показати. Так що я знову чекаю вас. Я можу розказати об этом довго, я дуже люблю і переживаю, щоб щось мінялося в нашому світі в кращу сторону. А музика, іскусство – це можливість зробити щось прекрасне для себе і для тих, хто рядом. Так, і хочеться, щоб батьки почерпнули сьогодні для себе цю інформацію і спробували обов'язково вдома, адже можна з простих, скажімо так, речей зробити щось своє, щось нове, показати своїй дитині, що не завжди те, що в нас є, це найкраще. Можна з усього можна спробувати. Пробуйте, не бійтесь, експериментуйте. В студії сьогодні працювала Олена Клепа. Зустрінемось рівно за тиждень.